Завтрак готов, Тро-Тро. Пора вставать, Тро-Тро. В кроватке так хорошо. Сегодня я не встану. Завтрак готов, Тро-Тро. Играть можно и в кровати. Ух ты! Например, в путешественника. А я в таинственной пещере. Тро-Тро, твой завтрак остынет. Это купол. Я в цирке, а выступать будет Тедди. Какой опасный трюк! Двойное сальто! Эй, браво, Тедди! Давай еще раз. Ва, молодец, Тедди! Да! Сколько мне ждать, Тро-Тро? Я на плоту. Плыву по большой реке. Тро-Тро, я иду поднимать тебя. Все в воду. Я плыву вперед. Тро-Тро. Тро-Тро такой лентяй. Играть в кровати весело, а на улице еще веселее. Вот. Доброе утро, мистер почтальон. У меня посылка для Тро-Тро. Посылка для меня. Скорей, дай мне, мама. Это от бабушки. Интересно, что там. О, мама, это змей. Я всегда хотел такой. Бабушка очень умная, она догадалась. Давай, мой змей, пора летать. Ну вот, что ты не летаешь? Папа, воздушный змей не летает. А ты пробовал поймать ветер? А, чтобы змей летал, нужен ветер? Конечно, да. Пойдем, я тебе покажу. Давай, беги, Тро-Тро, беги. Тяни веревку. Вот да, так. Мой змей летит. Если ты потянешь, он будет двигаться. А если увидишь, что он падает, нужно побежать, чтобы он летел дальше. Скорее беги! Не отпускай веревку! Сюда и сюда! Ой! Красивый змей, Тро-Тро! Да, очень. Мне прислала его бабушка. Ой! 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 Ничего страшного. На, Лили, беги против ветра. А когда я скажу, отпускай.
Беги, Лили! Отпускай! Он слишком высоко. Позову папу. Скорей, скорей. О? О! Ура! Ура! Спасибо, папа. Поможешь запустить его? Ветер стих, Тру-тру. Лучше иди поиграй с Лили дома. Да, сейчас я позову Тру-тру. Тру-тру, тебе звонит бабушка. Алло, бабушка, спасибо за змея, он замечательный. Только уж в следующий раз пришли к нему чуть-чуть ветра. Знаешь, Тедди, сегодня мы будем готовить. Я сварю суп для Тедди, Тру-тру, папы и мамы. А для этого мне нужны овощи. Чтобы суп был вкусным, нужна картошка. Камушки совсем как вкусная картошка. Картошка объедения. Еще нужно немножко лука. О, придумал. Надо добавить чуть-чуть сыра. Перемешиваем. О, не хватает соли. Остановка называется суп. Спасибо, грузовичок. Чего-то тут не хватает. Воды! Будь осторожен, Тру-тру, как бы не пролить. Перемешиваю. Вот и все, готово. Ну вот, пора звать папу, маму и Тедди попробовать мой суп. Папа, мама, попробуйте. На, папа, суп очень вкусный. Пальчики оближешь, Тру-тру. Мама, теперь твоя очередь. Ой, нет, мой суп. Ой, как жалко. Что ты наделала, мама? За это я приготовлю твой любимый суп на обед. Хорошо, что осталось немного супа для Тедди. Смотри, как она плавает. Да, она отличный пловец. Она плавает, как утка в воде. О, у меня идея. Надо сделать дождь. Сделать дождь, но как? Из шланга.
Посмотри, Лили, я тоже плаваю, как утка. Уже иду. И я тоже. Совсем как рыба в воде. Моя золотая рыбка, может, она поплавает с нами? Твоя рыбка такая славная. Это Марис, он отличный пловец. Берегись, к нам плывет Марис. Плыви, золотая рыбка. Давай, Марис, вылезай к нам. Смотри, какой он быстрый. О! Куда он делся? Кажется, за тобой. Да, вот он. Ой, нет, он уже рядом с тобой, Кро-кро. А теперь? А где-то за тобой. Нет, я не вижу. Он исчез. Как странно. Тро-тро, Лили, пить чай. Пойдем чай пить. А как же море, золотая рыбка? Может, он сидит под уткой? Ха, ты видела? Он еще и летает. Это летучая рыба. Но знаешь что, Тро-тро? В аквариуме ему лучше. Да, это же его домик. Что вы ищете? Я нашла красивый шарик. Может, тут есть еще? Шарик, о, подари мне. Нет, он мой, я его нашла. О, хочешь, я тебе что-нибудь дам взамен из этой коробочки? О, я тоже принесу. Только сначала покажи, что у тебя в ней, Тро-тро. Вот перо, которое я нашел. Какое яркое. Это конь. А вот ракушка. Я нашел ее, когда был на море. А еще у меня есть 3 желудя. Мой свисток. А это, ну, это чтобы ставить свечку. А вот мыло с запахом цветов. Вкусно пахнет. Подари мне, Тро-тро. Мне так нравится запах. Нет, отдай мне, Зои, мое. Ну вот, Лили, меняю шарик на 3 желудя. Нет, желуди мне не нравятся. Нет, я хочу твой подсвечник. Подсвечник? За какой-то шарик? Это же нечестно. Подожди, я принесу еще что-нибудь. Что? Хочешь поменять свое мыло на что-нибудь? А, Тро-тро? Что у нас тут? Вот. Могу дать тебе это. Это? Ну что это? Это для волос. Но можно носить просто так. Тро-тро, тебе очень идет. А, ты считаешь? Угу. Ну ладно, Зои, забирай. Ура! Чудесненькое мыло. Смотри, что у меня есть. Очень красивый брелок с синим кроликом. Щеточка. И зеркало с украшениями. Меняю свое зеркальце на твою лягушку. Нет, Зои, этот подсвечник мой. Я первая его просила. Ой, хватит. Вы же ее сломаете. Это правда, Зои. Лили первая. Вот, я дам тебе шарик и это. О, желтая машинка. А хочешь, я дам тебе зеркальце за ракушку?
Согласен, Тру-Тру? Да. Ладно, Зои. Меняться вещами весело. У нас будет пикник. Помоги мне, Лили. Пойдем, Тро-Тро. Лучше постелить там, под деревом. Я нашел шоколадку. А я хлеб. Хлеб с шоколадом очень вкусно. Нет, он тает. Ничего, шоколад всегда тает в жару. Очень вкусно, даже растаявший. Только очень липко. Вот, возьми, помой руки, Тро-Тро. Что-то я не наелся. А ты, Лили? У меня есть пирожки. Ой, вкуснота. Ой, пчела! Не двигайся, Лили. Не бойся, пчелы любят пирожки больше, чем девочек. Спасибо, Тро-Тро, ты меня спас. Я хочу пить. У меня всего одна чашка. Зато соломинки-то две. Пикник на траве, это так весело. Пошел, все пропало. Мы сейчас промокнем. Скорее прячься под скатерть, Лили. Хотите пирожков? Спасибо, мама. Чай дома тоже весело. Тро-Тро. Ну давай, Тро-Тро. Бабушка давно просит твою фотографию. Ну ладно. И смотри, не крутись. Не шевелись, Тро-Тро. О, нет, Тро-Тро, посиди. Давай-ка еще разок. Ты можешь не двигаться, Тро-Тро? И вот так. Назад и вперед. О, наконец-то. Ну-ка, улыбнись. Тро-тро.
Не смешно, Тро-Тро. Я больше не буду. Так, 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 прекрасно. Какой ты красивый, мой Тро-Тро. Стой! Опять ты все испортил. Мама, у меня идея. Этот колпак мне подарила бабушка, и я в нем сфотографируюсь. Она обрадуется. Ладно, не двигайся. Добрый вечер. Папа! Посмотрим фотографии, Тро-Тро. О, какой я смешной. Никуда не годится. Придется все сначала. Тебе нигде не видно целиком. Для бабушки они не подходят. Подожди, я придумал! Вот и все. Немножечко скотча. Смотри, видишь, я целый. Это хорошая идея, Тро-Тро. Спасибо, это будет пазл Тро-Тро. Я маленький монстр. Я самый сильный из монстров. У меня идея. Вот и все. Самый лучший замок. Я маленький монстр. Ты сломал мой замок. Ты гадкий. Ну, конечно. Я же самый гадкий из монстров. Это я самый гадкий из монстров. А я знаю, что гадкому монстру не достанется пирожков, потому что его мамы больше нет яиц. Монстры не едят пирожков. Это я, маленький монстр. А что, если я поймаю монстра? Быть маленьким монстром здорово. Все меня боятся. Так-так, кого бы еще напугать? Ой, паук, на помощь! Мама, мама, спаси меня! Что случилось? Кто тебя напугал? Там, в саду, огромный паук! Огромный! О, малыш Тро-Тро, тут нечего бояться. Маленькие паучки не едят маленьких монстров. Наверное, да. Но я больше не хочу быть монстром. Теперь я могу есть пирожки.
И принц поцеловал принцессу. Вот и сказки конец, Трутро. Теперь тебе пора спать. Посиди со мной чуть-чуть, папа, пожалуйста. Что случилось, Трутро? Тебе не нравится в кроватке? Нет, мне не нравится быть одному. Ты не один. Тедди же спит с тобой. Но мне страшно. И Тедди не поможет. Горячие ноги, а папа вечно храпит, но все равно здесь лучше. О, нет, Тро-Тро пришел. И он занял всю кровать. О нет, он опять здесь. Так мы не выспимся. Тро-Тро уже большой и должен спать в своей кроватке. Папа, мама, где вы? О! Эй, вы! Это же моя кроватка! Как же мы хорошо выспались! Ну-ка, уходите отсюда! И они жили долго и счастливо. Это конец сказки, Трутро. Тебе пора засыпать. Так чего же ты ждешь? Ты что, опять хочешь в мою кроватку? Добрых снов, Трутро. Спокойной ночи. Спокойной ночи. У меня новый портфель. Раз, два, три, четыре, пять. Лили, Зои, смотрите, у меня новый портфель, как у взрослых. Ух ты, какой красивый. Хочешь поиграть с нами? У нас соревнования по прыжкам. У Лили 8 очков, а у меня 6. Ты проиграл, Тро-Тро? Это все из-за портфеля. Пойдемте играть в песочницу. Это будет холмик. А это замок. Ой. Тро-Тро, передай звездочку, мы украсим замок. О, Тро-Тро! Я не нарочно. Это все из-за твоего портфеля. Ничего страшного. Пойдемте на горку. О. Тро-Тро, ты ползешь как улитка. Это все из-за портфеля. У него на спине домик. А теперь ты черепашка.
Эй, помогите мне встать. Это все из-за портфеля. Да, Тро-Тро, ты бы снял его. Нет, я не хочу его снимать. Зои, можно сесть рядом с тобой? О, нет, Тро-Тро, с портфелем ты не поместишься. О-о-о. Поиграем в салки. А? Ты водишь? Мы здесь, Тро-Тро, мы здесь, Тро-Тро. Не поймаешь. Мой портфель хороший, но с ним не поиграешь. Берегитесь, сейчас я вас поймаю.